Доброе утро, друзья! Сегодня у нас новый день в Алании, и наш первый отель находится также в Алании, называется Мерида Хотель. Отельчик еще не запустился в этом сезоне. В 2019 году была сделана полная реновация отеля, поэтому все новое, свежее. Отель вообще 2006 года. А здесь есть номера, есть также виллы. Сейчас мы с вами все пойдем посмотрим. Вот сейчас так выйду на территорию, вам кратко покажу. Ну, здесь, понятно, три ресторана, столики стоят, там есть сцена. Вот у нас бассейн, небольшой аквапарк. Первая линия, на пляж мы с вами выйдем, там песчаный пляж, но вход есть галька. Вот. Все готовится к открытию. В 2021 году готовилось к открытию. Сейчас, к сожалению, Турцию закрыли. Через два дня она закрывается до лета. И дальше неизвестно. Поэтому, ну, к сожалению, так, да. Но у них все готово уже практически. Запуск был. Здесь вот за отелем как раз идут таунхаусы, вот такие домики за территорией отеля. И такой небольшой сад. И там еще вот есть за углом детская площадка. Большая, вот там, видите, просматривается. Ну, а сейчас пойдем уже в основной корпус с вами, посмотрим на номера. Так вот выглядят коридорчики, все новое, свежее, ковровое покрытие новое, диванчики. Номера все свежие, номера стандарт категории. И вот я на что обратил больше всего внимания. Во-первых, да, что все очень свежее, новое, в 2019 году реновация. Смотрите, есть детские двухъярусные кровати. Это категория стандарт. Да, номер небольшой, но очень достаточно уютный. Ну и здесь есть, конечно же, свой балкончик небольшой с видом на сад. И еще один номер стандарт. Здесь нет двухъярусной кровати, но есть вот такой диван. То есть размещение 2 плюс 1, там 2 плюс 2. Категория стандарт, здесь уже идет кровать вместо диванчика, ну все то же самое и вид на море. Вот как раз здесь открывается территория, бассейн, небольшая зона аквапарка и прямо у нас пляж. Позади у нас отель, вот он, аквапарк. И здесь у нас вот такой красивый живописный выход уже к пляжу. Здесь у нас пляжный ресторан, то есть можно здесь что-то перекусить будет. Напитки выпить. Так, сейчас у нас выход к пляжу. Сейчас вам покажу. Здесь такая, скажем, заводь небольшая, да, то есть такая бухточка. Видите, красиво, живописно. В принципе, здесь, конечно, интереснее, чем сейчас. Я вот до этого остановились в отеле. Пляж, вход. Здесь, конечно, все еще более разровняют, когда будут туристы здесь отдыхать. Ну да, здесь песок, ну, насыпной явно, да. И здесь у нас мелкая галька идет. Поэтому не думайте, что во всей Алании есть такое мнение, что везде песок. Нет, далеко это не так. Мелкая галька, вход достаточно пологий, скал, камней здесь нет никаких. Но, тем не менее, галечка, вот. Ну, еще говорю, здесь все подровняет. Сезону не будет таких больших вымоев. Вот такой вот у нас пляжик. Ну, море, естественно, здесь чистое. И вот, соответственно, тот отель, в котором мы сейчас были. Ну, их здесь достаточно много, которые выходят на первую линию. Или уже там на вторую, третью, но до пляжа достаточно близко.